Так, катаны. Что ж, третья часть. Если она больше не мечтает о тебе. История Мари Анана. О. Какой-то еще гидроидолон в форме человека. Что? Нас позвали к столу героического вида юноша, малышка Океанида и эта милая порхающая кроха. Понятно, к нам уже подлизываются. Хорошо, что у нее хотя бы глазки не горят. О, колокольчик. Ура, вкусняшки. Но на вкус еда как вода. Это наш цветник, результат заботливого ухода. Кого? Собаку? Где этот собак? Черт, эта фигня, которая спит у меня практически на плече, меня самого в сон вгоняет. О. Ну вот она, этот собак. Бежал в припрыжечку, Уф, она разозлилась. На паузе с моей гробницей. Я не хочу, чтобы вы надолго здесь задерживались. Воу-воу-воу-воу-воу. А если я хочу назад... Меня не спрашивают. Ну ладно. И вот мы нас куда-то вымыло.
История еще не закончилась. Ордо Нарциссер Крейц. Акт третий закончен. Мы забираем роскошный сундук. Судя по всему, акт 4 нам будет доступен только когда-нибудь потом. Либо я его как-то упустил в тексте, что они сказали по его поводу. Так, что у нас здесь? Нас вымыло вообще в неожиданном месте. Нас умудрилось вымыть здесь, когда мы были вот тут. Ладно. Ктаны, на этом, судя по всему, ну, по крайней мере, третья часть сюжетки закончена. Возможно, продолжение будет в обновлении Genshin 4.1. А может быть, я найду просто пока буду путешествовать по Фонтейну. Что ж, мы с вами еще услышимся. Так что не теряйтесь.